Президент Даллас. В случае утечки воздуха, отключения искусственной гравитации и других чрезвычайных ситуаций, направляйтесь на ближайший сборный пункт. День, Даллас. Давайте вместе поздравим доктора Лоренцо Кальвино, победителя ежеквартального конкурса новаторов. Наверняка эта идея когда-нибудь придет вам в голову. Не делайте этого. Я не могу предвидеть, что будет после сканирования Альфа-Тифона, но полагаю, что боль.
класса М, CM9, Black Box, готов. Не заденьте, поем. С открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Почувствуйте опасные зоны и воспользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Здорово. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Обнаружена опасная концентрация горючих газов.
Еще одну дозу клеточной линии, доктор Йо. Еще? Отлично. Реактор готов к взрыву мощностью почти 30 мегатонн. Этого более чем достаточно. Встретимся на мостике для последнего шага. Морган, скорее. Если мы опоздаем, взрывать уже будет нечего. Голова болит все сильнее. Будто кто-то вгрызается в мозг. Вы это чувствуете, МЮ? Крики все громче и ближе. Мне кажется, это крики из будущего, МЮ. Крики людей с земли. Словно вой зверя, попавшего в капкан. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности.
Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Гравитация. Морган, не знаю, заметили ли вы, но там чужой продирается через корпус. Пошевеливайтесь. Господи Иисусе, каждое окно. Станция захлебывается им. Он повсюду. Thank you.
Как наш пациент? Капитан Даль быстро приходит в себя, и мы движемся к отсеку для шаттла. Я проинформировал его об угрозе для станции и... Ладно. Морган, увидимся в отсеке для шаттла. Добрый день, Талос. Служба безопасности напоминает, стикер даже в укромном месте не самый надежный способ хранить пароль. Морган Ю. Капсула работает, но я не знаю, как ее запустить. Нам настал конец. Закончим нашу вражду на земле, на свежем воздухе.
Настал конец. Передвигаюсь. Передвигаюсь.
отвечаю. Ваш костюм соответствует стандартам. Дайте дорогу. Оператор. Будьте внимательны. Что у тебя, Котру? Шеф, как вы и просили, я проверил полетный лист шаттла с добровольцами. Вы были правы. Он исчез с радаров на 12 минут, потом возобновил полет к Земле, но по слегка измененной траектории. Почти незаметно, будто он вылетел с другого участка станции или облетел Талос по другой траектории. 12 минут? А что с другими шаттлами?
Только шаттлы с добровольцами. Все. Они исчезают на 8-10 минут после вылета со станции, потом внезапно появляются. Шаттлы первого класса ведут себя нормально. Ясно. Никому об этом ни слова. О чем, шеф? Вот именно. Молодец, Мэтт. Конец связи. Я получила СОС от Кирка Рэмера. Хотела переключить его на охрану, но связь прервалась. Он сказал, что он у спасательных капсул в отсеке жизнеобеспечения. Так позвони Шоу в хранилище данных. Я сетью не занимаюсь. Но вы его начальник. Леди, вы вообще понимаете, что тут творится? В одном из отсеков взрыв, куча пропавших без вести. Скажите, что сюда уже отправили медиков. Извините, я не знаю. Но я могу передать сообщение доктору Деврису и... Боже, мне нужно идти. С кем? Что? С чем я говорю? Меня зовут Январь 2035. На Талосе один много операторов, но другого такого нет. Чушь, ты машина. Плод ошибки. Орган не за... Ее обманули. Кто тебя программировал? Я выполняю волю Морган Ю от 12 января 2035. Ваша сестра создала меня, чтобы осуществить свои планы. И сорвать ваши. Мои? У меня ровно те же планы, они у нас общие. В реальности. Вы уверены, что ее суждения не обоснованы, поскольку вызваны изменением личности, возникающим при массовой замене нейромодов? Но почему? Морган могла прийти к тем же самым выводам, но по иной причине. Знаете, как изменение личности повлияло на ее мысли? Я нет. О, но кое-что я знаю. И что же? Ты не отличаешь функцию от ошибки. Морган, это машина, у нее твой голос. Я знал, что тебе удалось что-то сделать с операторами, но это... Еще не все потеряно. Мы можем все спасти, ты ведь можешь еще раз передумать. Если хочешь, взрывай, я не стану мешать. Я обещал. Итак, каков твой выбор? Thank you.
это капитан Джада Маркс. Я записываю свои соображения относительно судьбы шаттла «Адвент». Я не смогу точно сказать, удалось ли существам, захватившим «Талос-1», проникнуть на борт «Адвента». Я могу судить только по телеметрии. «Адвент» стартовал примерно за полчаса до первого случая, о котором сообщила охрана. Полчаса. Я должна оценить этот небольшой интервал и решить, следует ли взорвать шаттл и пятерых его пассажиров. Возможно, они везут на Землю полный трюм мимиков, а может и нет. Капитан, нам бы очень пригодился этот золотой пистолет! Я не... Капитан, я думала... Ваша смена только через 2 часа, но вы нужны мне немедленно. Все в порядке? Нет, не все. Зайдите в мою каюту, достаньте из сейфа оружие. Передаю код. Сию минуту, капитан. Алекс, это капитан Маркс. Сообщаю вам о том, что приказала эвакуировать всех с Талоса-1. Я пыталась отправить сигнал СОС, но система внешней связи не работает. Если вы еще с нами, мы будем на посту, пока не уйдут последние капсулы. Маркс, конец связи.